Привет, лошмастера! Сегодня я расскажу вам о том, как можно работать с разными толщинами липкой ленты в коробочках ресниц. А сейчас все будет более наглядно. В разных марках ресниц бывают разные толщины липкой ленты. Вот здесь маленькая и большая. В маленькой ленте обычно толщина примерно равняется самому количеству клея. В большой ленте она приклеена где-то наполовину. И работать можно с ними по-разному. На маленькой ленте один из самых популярных способов делать пучки – это оторвать несколько ресничек, поставить их снова на ленту и снять. Если делать другим способом, это немножко проблематично, потому что нужно слегка оторвать реснички от базы, распушить их в пучок и потом снять. Это не всегда получается, потому что база очень-очень легко держится на ленте. Преимущество толстой ленты в данном случае в том, что она позволяет работать двумя способами без особых проблем. Чтобы снять ресницы с ленты, лучше всего сначала немножко ее тоже потянуть к себе, потом поставить на ленту только кончиком, потому что если мы прижмем сильно, мы потом не сможем этот пучок распушить. И снимаем. Второй способ, которым мы делаем пучки, это немного потянуть на себя, оставить основание и очень-очень мягким движением сделать пушистый пучок. Снимается он тоже очень легко, и основание получается тонким и красивым. В наших новых коробочках у нас толстые липкие ленты. Это моя рабочая коробочка. А это старая коробочка с ресницами на тонкой ленте. И мой любимый пинцет, адаптированный под объемы и под классику, лично мной. Если вам понравились какие-то из материалов из этого видео, либо вы хотите посетить мой тренинг, переходите по ссылкам angelwingsbeauty.ca. Основная школа у нас находится в Канаде, но курсы возможны по всему миру, поэтому пишите, если кому-то интересно, и подписывайтесь на мой канал.